Замок зверя, привет! У нас сегодня опять мальчишник. Добро пожаловать на наши посиделки. Мы уже играем барменов. Так, парни, помашите руками. Они заняты, у них бомбежка. Так, что же изменилось в замке зверя с последнего мальчишника? Я налил всем чай, все начинают играть. Привет, Егор, Наруто, Архонт. Уже бомбар... Я слева такой, какой-то я белый. Я верхний, правый, двукрафтный, толстый чел. Бомбармен на троих. Вот я. И двое из них еще компьютеры. А я вот. Ага, все. То есть мочим синенького и зелененького. Да. Да, потому что на самом деле это сложно. Компьютеры, они хитрые. Вот зеленый — это точно компьютер. И синий — это точно компьютер. Так. Зрители, зацените, как я оклеил телевизор. Теперь он со всех сторон напоминает 80-е, 90-е, куча всяких игр. Ну, с другим освещением будет получше. Так, мы долго мучились, пытаясь подключить 4 джойстика, но работает из них только 3 почему-то. А, с ней от компьютера выиграл. Чего? Возможно, да, причина... Это я выиграл почему-то. Да, возможно, причина в сонинском джойстике. Да, попозже попробуем подключить еще 4-й. И будем надеяться, что он заработает. Потому что вчетвером в эту игру играть еще прикольнее. А на самом деле можно и впятером. Но в Малине нет 5-го входа USB. Ну, да, можно, я помню, а тут можно по Bluetooth, но хотя она с четырьмя... Разветвительная, но можно. Можно. Ну, мне бы хотя бы с четырьмя, ну, заставить ее работать. Так, сюда. Зеленый не наш, да? Правильно? Нет, блин, нет, а мы его даже не замочили. Иду, я иду. Зеленый. Так. И о, все, я его подпер. А у него была эта штучка. Я понял. Так, с другой стороны вы подпирайте. Давай, вот я другой. Синенький не наш, да? Нет. Синий и зеленый чужие. Давай, давай, вот я, все, я сошел синего, давай. А вот я нашел чем толкать. Я... Ну, стоять! Да, вы собираете призы. Какие-то призы увеличивают все, дальность. Зажимай, зажимай синего. Дальность боя. Какие-то призы давай научают вас пинать бомбы, и бомба летит в нужном направлении. Замуровывают, убегайте от замурованных областей. А, это, по-моему, это какая-то хрень. Бессмертие, он еще человек. Это бессмертие разве? Наверное. Мне кажется, бессмертие. Но я зимой себе знаю. О, все. Красава. Затащил. Один из секретов этой игры — дождаться, пока все передохнут и перебьют друг друга. Да нет, пришлось его убить. Компьютер не умирает обычно сам, подлец такой. Это мы можем случайно умереть, а он ни хрена. Потому что компьютер с точностью до пикселя знает, насколько дальность бомбы. Я вот, например, мне ничего не говорит, что вот я подавал какой-то бонус, насколько это увеличило. А, ну да, это... Разрыва. Мы же... Первый раз играю в эту игру. Логично. Хотя я играл в нее давным-давным-давно, может быть. Подстава. Не в этом Бомбермене, но с кем-то точно. Есть. Помогайте, закидываем зеленого. Да, закидывай, закидывай, закидывай. Да, да, зеленый там в углу. Сейчас, сейчас, сейчас. Давай, 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 еще, еще. Зомби закидывает его сверху. Все, давай, авто... А синий-то... Ай, убежал. Синий тоже враг. Ай, блин. Вон ты выжил, а я умер. Так, я тебя сейчас сломаю. Да, давай. Все, капец. Здесь. Я завалил компа. О, я воскрес, это как так? Не знаю, может, я приз какой-то был. Доп жизнь. Я все. Так, Леха. Леха и. Я давно умер. Наруто. Я прибил сверху. Компьютер? Компьютер победил. Я прибил сверху падение. Итак, у компьютера 3 тазика. Второй компьютер отстой, а этот... Итак, кто победил? Компьютер? Да, компьютер. Аплодисменты Малинке. Привет, Малинка, ты победила. Она тебе помогает лампочками. Так, а это что такое? Бонусная игра в билет. Билет, табулин. А кто играет? Не знаю. Призовая игра, приставки с приставкой.
Я драмгеймер. Мы были все одновременно суицид. Это кто? Суицидники. Кто против кого был, что... Да мы в конце тура остались дураки, друга все убили одновременно. Это одновременно. Гейм, ты помер компьютер? Дай что-нибудь запустить. Сейчас, да. Только камеру поставлю, чтобы вы ее... Надо же так отступить. То есть вы смогли убить компьютер и умерли сами. Да, и никто не победил, как это тоже получилось. Вообще дружба по все поля. Вообще пипец. Надо было хоть кто-то, чтобы победил. Все, капец компу. Ага. Один, чтобы знать, что означает, новенький, я вот не знаю, что означает. Ой, мать честная, это что такое? А, это почему я? Так, это что такое? Иди сюда. Так, не знаю, кто... Ай, ты зачем меня убил? Да. Ладно, я выложу здесь чисто. Думал, это комп, да, был. Какой комп? Вот, блин, это тоже просто синенького цвета такого не надо. Я белый синий. Практически. Так, блин, на динозавре непонятно. Сорян, но реально я не понял. Сейчас он вас убьет опять. Я не догнал. А! Чё? Где? Падать начинаем. Это два компьютера остались, что ли? Зеленого и синего. Да. Компы, вот, блин. Да, там у меня только есть пирог, Алена испекла пирог. А? Октава. У тебя два компа друг друга видели. Не поделили. Давай попробуем. А теперь мы ждем. Я сделаю потише, чтобы камера слышала не только ор компьютера. Но и нашего. Да. Опять тот же самый синий. Как бы ор телевизор синхронизировать. Давайте, короче, ополчимся против него. Ну да. Так надо. А можно включить два компьютера? Цель победа. А, да. Так нет, у вас два компьютера. Да, просто один... Тупит? Один тупит, а второй зараза умный. Это вам не нейронные сети. Ну все с этого начиналось. Так. Нет, а то, что когда-нибудь, наверное, запретут какую-нибудь... Смогут обучать искусственный интеллект, и можно будет с ним играть в старые ретро-игры по сети. Mm-hmm. Ведь сейчас же можно в Денди игры играть по сети с разных компьютеров. Yeah. Я, правда, не научился это делать, но это можно. Mm-hmm. Я, кстати, кино... Ой, осторожно, беги-беги. Недавно кино... Блин, меня подорвали вообще на прямом месте. Свежие яблоки. Оттого. Здравствуй. Сейчас, что ты хочешь? Подходи. Так, так. Ладно, я сам ей позвоню. Что случилось? Ей скажу. Они все умерли? Ты выиграл? Ты спрашиваешь, можно ли тебе зайти и ей помочь. Ты же не заметил так. Угу. Я думал, опять начинается. Ой, это я тебе звоню, сейчас брошу. Падать кирпичи. Так. Так, накидываем. Это я, наверное, знаю. Да. Если бы у меня на работе знали, чем я занимаюсь. Что бы случилось? У меня такие... Это нормально, ты еще не вот такие, какие планы? Я говорю, я с друзьями встречусь. Ой, нам бухать будете? Я говорю, да, да, конечно. Ай, блин. Меня взорвали потом. Ай-яй-яй. Папа, бери что-нибудь есть. Бежим. Не бежали. Тоже я не спуляю бомбу. Что, в тебя попал? Я ж предупредил. Он тоже бомбу поставил, я остался просто ни с чем. Там просто а ты просто ставишь бомбу, да, и ты пинаешь ее, находишь на нее, и она в ту сторону движется. Блин, вот что я сейчас сделал, даже непонятно. Хорошо. Это такой, я кину бомбу. Вон она внизу сейчас у меня. Я прям четко такой улетаю туда. Осторожно, я там. Я не успел сказать. Зачет. Приватный это. Да. Ай. Так, нет, с одной стороны, ну-ка. Я люблю монтажировать видео, но с другой стороны, это так муторно всегда. Давай, вали синего. Оп!
Все, зажали, красавчики. Так. Мы победили АИ. Хорошо. Ну, наконец-то. Мы начали вкуривать. Все так размыто было, круто. Я рад за вас, я хочу с вами тоже играть. Я, правда, иногда не понимаю, что происходит. Да, все, кроме своего, я ну, ничего не вижу. Да? Давай, ты выиграл, какая разница, что происходит? Кто победил, да? Я победил. Вот, наш победитель, что пиздец. Классно. Что это такое? Это будет дополнительная игра, которую типа кинуть. Типа держи. Это Леха, это ты? Да, типа это я. Смотри. Кидайте так же, что ли? Наверное. Ну-ка. Кати. Это ж бомба, почему она не может взорваться? Не знаю. Зачем кидать бомбу? А, там, может быть, надо было еще этими. У них просто больше ничего нету. Влево-вправо двигать. Так, а теперь выберем вот этот. Эту локацию. Зачем кидать бомбу в боулинге, если можно подорвать боулинга? Можно. Она же не взрывается. Так. Так, я черный. А ханисты, они не взрываются, что ли, типа это? Не знаю, надо попробовать. Это, ой, наверное, такие стандартные нам штучки. Нет, канистры не взрываются, зато тут появляется полоса, которая тебя тащит. А, блин, это тяжко. И тут, ух ты, я научился пинать бомбу. Теперь я умею пинать бомбу, смотрите. Кладу бомбу, она летит. Прекрасно далеко. Так. Так, возьму. Ай, мать, ролик. А, да. Здесь я взорвал. Сейчас. Ведь тебя взорвал чего? Я взорвал компьютер. Классно, теперь все я против всех? Я взорвал компьютер. Да. Не, мы по идее должны были закончить, нет разве? Нет. Наш противостояние. Последний герой. Ой, моя честная бомба катится. Так, а кто остался в живых-то? Все вы. Так. Мы все, да. Так. Это что за свинская бомба? Это я бомбу взял и отпихнул. Вот ты Единард. В этом редиска. Ай! Все, на, вот тебе бомбу. Вот тебе а, тоже. Что, нет, нет. Вот тебе бомбу. Так, Леха, вот это теперь тебе. Свинство. Так. Вот, Леш, тебе бомба. Давай, тебе тоже добывай себе. О, да, вот. Твои тапки, нет, твои тапки. Давай, пинай, вот, обе пинай. Не успел бежать. О, круто, взорвали моего этого, но я выжил. Да. Ветр получает тазик. Да, с ручками. Этим, с зверьком как, лучше. Ну как плохо камера снимает, все. Герцовка. Ты руку поставь, чтобы он это... И кто-нибудь должен нацелился. Так... Нацелился. Или, не знаю, на печеньку. Печенька, смотри на камеру. Печенька видит. Все, она видит печеньку. Все, видит печеньку. Ладно, я тогда вот сделаю так, и там она будет не только мерцающий экран, а еще вокруг него. Тогда она, может быть, не будет так сбиваться. Так, сейчас я включил запись, камера снимает. Так, сейчас я глотну чаю. Ну, редко бывает. Со свинство какое-то, я тут там пнули, тут пнули. Ну, Нарто, и все. Нам тебя жалко, но игра такая. Ой, я взял, я теперь какое-то время моргающий черный человек. В черном-черном городе. Ну, я все еще могу ставить, а может я временно бессмертный? Да, мы проверяли бессмертие временно. Это правда да. Или это да. Подвох такой? А ты попробуй. Вот я и не хочу. Так. Я понял. Ух ты, там столько призов. Я беру призы, вы там пока играете, а я призы соберу. Вау, кто орёт? Компьютер я взорвал. Там два компьютера осталось? А нет, мы... Один я взорвал второго. Так, Лёха, ты там бело ходишь, вот тебе бомба. Ой, чё? Подо мной сначала взорвали этого хомяка, а потом меня сверху бетонный забили. Блин, опять никто не выиграл. А почему? А потому что я взорвал компьютер, и в меня взорвало бомбы, которые заложил компьютер. А, то есть должен остаться хоть один живой. Последний в любом виде. Последний герой. Так. Ты сам себя взорвался? Это да, это фейл, просто ты не видел. Который раз? Не, не видел, да. Я типа поставил себе эту, и она у меня укатилась ко мне же. Ну типа это, ну полосочка такая, типа конвейерная лента. Для того она и сделала. Ай, блин, там бомба. Да. Так, синенького сейчас. Зажимай синего, давай, зажимай. Я зажал зеленый, а он отошел.
Так, сильно зажимаем. Зажимаем. Оп! Капец. Так, Леха, это ты? Это я меня пока не убивать, да. Это я завалил компа. Так, зеленый комп? Блин, он слишком быстро убегает. Был синий комп, я его запинал. Ой, я завалил того. А, нет, я назад. И меня кто-то завалил. Нет, Лех, ты вон белый там. Да, у меня просто зверюшка была, поэтому только я и выжил. Так, о! А почему нарт появился обратно? А я убил компьютера второго. А. Я победил его. Так мы остались сами, что ли, без этого? Да, да, все. Все, я против. Все против всех. Блин, тут эти конвейеры на башку летают, это прям страшно. А я бессмертный. Ай, меня убило этой бочкой просто. Кто быстрее бегает, Наруто или ветер? Ха-ха. Что ха? Как, почему бомба не закладывается? А, меня заперли, я победил. Он с краю выжил вообще пипец. Почему бомбу-то не поставили? Не знаю. Не знаю. Егор, я хочу поесть играть. Так, аккуратно, аккуратно. Да. Я допью-то чай сегодня, допью. Камера снимает отлично. Ну это, конечно, фейл. Еще бы знать, что чего дает. Да, вот еще понимание было, все бонусов. Да, ножка, пинающая бомба. А, ножка... нет. Егор, как ты... Вот эти бомбы. Егор, ты появился сбоку в виде зомби. Да, я вижу. Так, запинывай компа, давай. Бах, бах. Как мне контролировать, куда летят бомбы? Никак, ты просто вверх, кидаешь, вниз, и бросок. Улетает куда-нибудь. А может быть, если нажать долго, он дальше кидает? Длительное нажатие. Все, все против всех остались. Нет, еще бот там сидит. Ой, мамочки. Так. К нам еще хотя бы подключиться Спирит. И... Джедай. Так, мы, кажется, не... Звалили компа, мы остались друг на друга. Да. Так. Ай-яй, да блин! Я не заметил, что меня бочка прибила. Эти бочки сверху, блин. Да. Они как странно последствия, то сверху вниз падают, то по кругу. Да, непонятно. Так, сейчас будет селфи для Юры. Так. Селфи? В смысле, что мы тут не бухаем? Так. Ну, типа того. Вот отчет. Вон, а вот тот человечек, что значит вообще? Да, непонятно. Так. Я единственное понял, что красненький, это которая огненная мордашка, она типа увеличит радиус. Да, бомбы. Она увеличит, и нифига, не всегда она еще... Ой, блин! Слушай, а вот это не бессмертие, смотри. Жестко, как ты носишься. Что не бессмертие? Это жесть. Я взял череп, и смотри, я ношусь как этот... Ты взял еще сапожки, наверное. Сапожки я не видел, да, я их не брал. А мне дали толстый. Роликовые зайцы. Коньки. Они ускоряют передвижение. Ай, я не успел своей бомбы же убежать. Почему-то медленно слишком стал бегать. Ты устал, ты ухожу. Просто таких этих. Я устал, я ухожу. Так, я отправил в чат фотку. И, пожалуй, надену-ка я куртку. Ну что, давай. Мне тут все равно классно. В этом году очень теплая осень. Это живой. Чего? Сарай же подорвался. Да. Но у тебя по конвейеру прокатилось. Подстава. Так нельзя. Не, ну пока чуваки наши это самое выигрывают. Если да. Ну слушай, кстати, это как вот этот уровень жесткая подстава. То есть сам себе бомбу кинул такой, окей. Вот ведь смотри, вот сейчас я взял коньки. Ни хрена не ускорилось. Ты белый? Да. Вот этот черепушка делает. А вот это что делает? Вот этот какой-то утенок или человек? Ой, мать, сейчас знаю. Это боксерская перчатка, а что делать, я не знаю. Это увеличит огневую мощь. Огонек. Так вот, вот им только огонек известно, чего делает. Пинающие. Вот ты это сейчас взял пинающие. В курсе. Пинок, в общем. Компьютеры злые. Пинок. Кстати, я понял, как работают коньки. Так. Я понял, как работают коньки. Если ты взял и нажимаешь кнопку Y, то тебя вон несет. Ой. Смотри, он несется как. От судьбы не убежишь. От судьбы не убежишь. Да, вилка. Ай, да. Ну. Бери этот самый череп. Может, тебе что-то это даст. Давай. Ну-ка.
А, меня прям взорвало. Видишь, это не уязвимость, я же говорил. Странно, хотя... Может, она нейтрализует призы тогда? А может, черепушка, она типа... По-моему, ее не стоит брать. По старым версиям, кстати, ее не стоило брать, эту черепушку. Насколько я помню. В какой-то из версий она не давала ставить бомбы. Но вот и дает. Да. Значит, она что-то делала другое, хрень. Да, лучше да, может, может, она как-то ослабляет, типа... Почему он не мог отойти? Ладно. Его зажало. Буду вам тут путь расчищать, что ли. Беги. Я взял еще это. Беги, Форест, беги. Зверюшку. Блин, ну это, ну, знает, прям на... Ага. Ух ты, на... Ну мы его вместе! Ничего, я его забрал с собой. Я суицидник. Да уж. Чуть-чуть, что, как? Оп, красава. Закидываю синего. Давай. Оп. Сюрприз. Так, доливаю. Ой, я завалил его. Мы выиграли, ну как это? А куда вы дели еще один стакан? Так, у тебя еще есть. На столе стоит, я его не пробовал. У тебя еще есть. Привет. Нарта, ты зеленый пользовался или желтым? А, че, как? Почему? Как ты вернулся? Не знаю, я думал, я тебе бомбу завалил. Так, если помню, что стаканное доливаю чай. Есть. Прогресс, она прям уровень. Плеси там зеленый стаканчик. Да, я наливаю. Спасибо. Да, вот, это конечно. Твой. Заигрался. Я... Да, доливай. Да, при черепушке бомбу ставить можно. Чуть дать непонятно. Непонятно. Ну ладно, мне кажется, толку просто. Какой-то это все равно отрицательный эффект, но мы не догадываемся, не добираем да. Какой. Да, оп. Оп. Что я услышал? Мы играем в ROM не просто Bomberman 5 Super, а Super Bomberman 5, который издавался в золотом картридже. Что значит золотой картридж? Ну, картриджи, они пластмассовые. Внутри платка. Бывают белые, серые, черные. А бывают из позолоченного пластика. Они считаются очень такими крутыми. Ну, Зельда, наверное, ты видел золотую Зельду. Да, блин. Он меня добил. Вот, и... кто там накидывает, кто такой добрый? Этот ром взят это тоже из... Яйцо. Из золотой коробочки. О, они что? Ой, любят. Так, Нарто, это тебе. Что? Как? Ветер, не закрывай экран. Не закрываю. Кто-то мне накидал бомбы. Все, выиграл это самое, компьютер. Да, меня кто-то накинул из вас и меня порвало. Не, я даже бросить не успел. В смысле, ну я-то, конечно, сбоку уже был мертвый. Класс. Последний, наверное, бой все сейчас решится. Я буду ждать, кстати, следующего флёта, когда будем черепашки говорить. Угу. Хочу в черепашку четвером, это вообще будет залипательно. Да. Черепашек, которые ниже. Да. Да. Я хочу делать вообще тематическую встречу по черепашкам. То есть там будет интервью про фильмы, игры, комиксы, черепашки. Вот, а сегодня тема встречи это мультфильмы и мультсериалы. Я походу понял, что черепушка делает. Я взял черепушку, нажал ходить, и он отпускай, он сам идет. Автопилот? Типа того, по-моему. А другая черепушка белая, а есть белые и черные. Они может разные черепушки просто еще, да. Какие-то не странные, блин, все равно не догоняет. Некоторые вещи еще делают. Егор, бери, это хороший приз, коньки. Быстрее. Блин. Да, это был хороший приз, но надо использовать его не так. А почему нет? Наруто против Арпана. Блин, меня тупо завалило этим самым. Так, мне, по-моему, кажется, что я выиграл. Выиграл, ничего не делаю. Это самая лучшая стратегия, подождаться, пока все друг друга перебьют, передохнут. Это из категории, как этот, как его, если долго нам ждать... Нам приехала машина, приехал. Наверное, это джедай. Белый он. Да. Это из категории, это как его, можно выиграть, если долго ждать, то типа по реке... Сейчас ты будешь это еще больно играть, чё? А. Да. Попади. Там придут еще Юра и Спирит. А, вот есть один стул, есть одно кресло, и сюда еще можно тоже сесть. Да. Ну, когда-нибудь, наверное, в следующем году мы повесим сюда громадный экран, из проектора будем запускать на него видюхи всякие. Вот.
А сейчас пока она прикольный. Джет, зацени оформление здесь телевизора. Классно. Да. Кого из персонажей вы здесь знаете? Всех почти. Правильно. Лучше спроси, кого не знаю. Ну, кроме вон тех двухглазок. Где? Вот это? Да. Ты чего? Леш, ты меня пугаешь. Я вот этого не знаю. Кого? Вот этого Синенького. Это Майлон Секрет Кэстл. Очень глючная игрушка. Мальчика, пуляющими пузырями в замке. Но она подарила мне много-много радостных моментов, потому что я обменял... У меня был картридж Терминатор 2 и Project Blade 2. Крутейшие игры, технически совершенные. Но они давали мне столько боли. Я не мог там ничего сделать. Я наслаждался музыкой, классной графикой, но это была боль. Я сходил, поменял его на вот эту Майлон Секрет Кастл и Соломонский, вот этот вот парень. Прикольная игра. Тоже этот мальчик. Я только до мальчик-волшебник, это мальчик-волшебник. Они ходят по замкам, сражаются. Они братья, по-моему, похожи. Это совершенно две разные игры. Я понял. Но они идейно очень похожи. И главное вот... А это кто? В них... А это из привидения из Bubble 2. Игра про вот таких дракончиков. Вот дракончик я помню. На The Expectorами я много в них играл. На геймбое. Вот. В общем, я много выбирал, решил выбрать тех, с кем у меня больше связан. Пытается зарубить Кирби. О, да? Это единственный спрайт с Джерри, который я нашел. Какая-то интересная игра была. А это дендюшный Супермен, в который в детстве я поиграл всего один раз, ничего не понял, был на китайском. А в этом году я, по-моему, два месяца играл, все-таки прошел. Ну, с сохранёнком я играл, пока в метро ездил. Ладно. Так, сейчас тогда, как мы будем делать? Кто-то кушает, кто-то играет, а потом интервью... Все кушаем, Я пожевать, потому что с ночной у меня будет только завтра. Хорошо. Сейчас тогда я буду раздавать всем еду. Камера будет снимать болтовню всякую. У меня как бы идем. Ну ладно. Да пусть снимает. Да, вот так. Она будет снимать тогда. Ладно. Это как в детстве первые передачи появились про готовку. Там Макаревич, да, Смак. Тоже многие смотрели. Но они там готовили, они ели. Да, но обычно и сейчас передачи готовятся, они едят. А у нас передача как есть. Итак, у нас сегодня в пищевой программе. Что это? Ты что конфетками кидаешься? Это конфетки. Какие-то фигины предыдущие. Да, так, у нас сегодня в программе пирог от Алены. Ура! Пицца раз от Наруто, пицца два от Наруто. Ура! Пирог от Наруто. Так, кому что дать? Все. Ну, у меня нет у меня есть индивидуальные тарелочки. Да нет, выкладывай сюда, мы уж так разберем. Мы все завалим. Кто первый возьмет? Ладно. У меня есть пицца с курицей, там два вида пиццы. Там. Сначала пицца от Наруто, ладно. Так. Пицца от Наруто с курицей. Там с папой этой куской, два с курицей. Кто первый ответит на вопрос, получит кусок. Три, открывай обе. Три это там, где паприка, а два это там, где курица. Я просто острый навечер. Куда мне вставлять? Ладно. Стаканчики. Ладно. Помните, какой ваш цвет. Съедим одно, потом другую, ладно? Да. Сначала и курицу ему. Дай мне вот эту коробочку, пожалуйста. Я целую, но у меня ее из-под носа убили. А новую мне сказали, здесь полчаса. Я говорю, ну, ребят, не осилю. Ладно. Я говорю, я не осилю. Так, это что? Сейчас. Так, вот, следующий, вот это. Так, все снабжены едой. Да, вот это. Хорошо. Телефон при мне, а то ни Юра, ни Спирит тут еще не были, они будут мне звонить. И главное не пропустить их звонок. Так, я не помню, кто что из какой пил, я буду из желтой. Я из красной. Вот. И на этом у меня, по-моему, кончится чай. Ну там тут есть. Что-то холодное. Мне кажется, нам надо как-нибудь взять и в пиццерию какую-нибудь заявиться, а так всем нужно. Вот Макдональдс вон напротив. А туда можно с телевизором представлять? Нет.
Нет, ну там с ноутами, смартфонами сидят, мы просто своим. Ну вот с джойстиком тоже хорошо. Но с джойстиком не можно. Вообще-то должна быть детская комната. Нам надо дальше замаскироваться, чтобы... Нет, ездим в торговых центрах, это как комната для празднования детей, это день рождения. Ну, нам да. Надо очень мы скажем, что детей ждем. Или взять 7 плащи, сесть на корточки, так накрыться плащом и так потихоньку в комнату. Года 4 назад, когда были особо популярны 3DS-ки, в Нижнем даже был клуб. Они собирались раз в неделю в каком-то кафешке и играли. Ну, это надо же покупать в кафешке еду, чтобы там сидеть и не так далее. Не, ну можно такой как-нибудь звалить совсем дружно, вроде какой-нибудь шерил, взять большие чипсы на все. Тогда в гараже будет слишком холодно? Тогда да. Более, я знаю, где у нас... Теперь я знаю, где у нас в Нижнем самая лучшая пиццерия. Где? Это между Свободой и Войково, называется она Папа Джонс. У меня просто друг, он работает... программистом компании, которая обслуживает все вот эти наши рестораны, всякие кафешки, типа они пишут аналог 1С только для именно для питания. Чем пицца ты лучше других? Ну, типа вкуснее, качественно. Я с ним когда собирался месяца 3 назад, встречался. Он говорит, хочешь сходить в лучшую пиццерию? Я говорю, а что ты решил, что она лучше? Говорит, слушай, я во всех был в городе. Говорит, я каждый день состоит того, что я катаюсь по ним, по этим магазинам, всяким продуктовым и так далее, кафешкам, и софт обновляю. И там, ну, дописываю. Говорит, слушай, не, ну, типа так. Говорит, я ее во всех, говорит, ну, так самая такая. Хорошая работа. Ну, слушай, там реально пиццу, конечно, гораздо вкуснее, чем это. Ну, ты пробовал, да? Да, мы как-то встречаем. Мы взяли большую, по-моему, 45-сантиметровую пиццу. Она вышла, по-моему, рублей 900 на двоих. Но она была прямо вот... Да. Ну, 45-сантиметровая большая пицца, да. А я приготовил вопросы для интервью. Я думаю, как их лучше проводить. Когда все едят, у всех рты заняты. Мы недолго едим. Ну, либо так как раз много, четверо или трое играют, остальные отвечают на вопрос, потом группы меняются. Тут когда-то на этом столе стоял другой телевизор. А может, папа в процессе игры? Да, тут когда-то. Бомбармен, это слишком мёкшная еда. Ну, попробуем. Мне дать вот интересно. У кого как относится жена к поездке? Куда? На встречу сюда. Моя хорошо. Рядом. Моя нормально. Ну, да, уезжай еще. Мне нужно хотя бы один вечер свободы в неделю. Или в две, или в три. А мне такое, каждый месяц? Что это она как жестко? Нет, ну это... Так-то она каждую неделю в замок дверь приезжает. Ну тогда были другие условия. Ну, нет, ну нужно время, чтобы просто отдохнуть, поиграть. Мужики должны расслабиться за видеоигры. Ко мне на кухне все не влез. Нет, это надо. В общем, даже если мою супругу это как-то напрягает, она это корректно носит. Не, просто на меня наехали так, ты... А камера пишет. Смотри, он потом все выложит. Я постараюсь по цензуре, потому что... Вот, выпинает горькую правду. Я заходил к Тамаре, давал всем привет. Вот, я отправил к Алене. Говорит, там Алена с Вероникой, вот, наверное, за Вероника надо помочь посидеть. Надеюсь, она до них дошла. То есть ты не знаешь? Теперь ты рассказывай. Чего? Тебя как тебя отпустили? Как вот бухта Джиджи Юрика вон соседним там сидит. А они у нас. Они все там собрались, да? Типа это. Там девичник. Нет, там почти девичник, там Мишка.
совсем маленький, так что это считает девичьим. Если еще туда Тамара пришла, то их четверо. Ну ты Луну отпускаешь куда-нибудь? А, не всяк никуда хамака. Ну так, в магазин хамака, да? Я ей не запрещаю ничего, но... Не, ну мы сейчас... Мне просто проблематично в графике. У меня так как две работы, у меня крайне редко выпадает на то, что суббота, воскресенье, выходные, что я дома. Она же сейчас вот она с декрета вышла, она в декрете сидела 3.5 года, пока садик нам не дали. Я так сказать, обеспечивал. Вот. А сейчас получается у меня все ночницы дежурств, смена сдвинулась. Получается, по сути, у меня сегодня отцепной после ночи. Я приехал, все по делам ездил. Поспал 3 часа, такой, надо к ведру приехать. Каждый раз, когда ты приезжаешь, у тебя цепной. Да, в общем, надо приехать, надо с ведру съездить. Вот, ты попёрся, да. Не, молодец, хорошо. Да, мы, правда, мозг полюбили. Не, ну это же всего на один вечер. Ну, а тебя как отпустили? Мам, можно к ветру? Давай, иди. У тебя проще, как у нее нога. Нету, да? То чувство, когда нет жены. Нога как у нее. Не жалуется. Не жалуется? Нормально. Вот. Появится жена. Не жалуется. А ты уже сходил сюда. Я пропустил шутку. Да. Не, вам не кажется, услышишь потом на это. У нас такое культурное общество, смеешься, в рамке. У нас, смотрите, как выглядело в детстве. Мам, я пойду там к другу поиграть. Как это выглядит у нас сейчас? Типа, дорогая, я пойду поиграть. Да. У других такие. Я дорогая, я пошел взять буками. Ну куда? Мам, чужие. Она такая, дорогая. А у нас было все по-другому. У нас было... многодетный свет в двухкомнатной квартире. Наоборот, все к нам приходили, тусовались у нас. Ну, не всегда, конечно. Привычка собирать побольше народу у тебя уже с детства. Ну, там любой кипиш, кроме голодовки. Привет! Здравствуйте! Здравствуй! Это Юра! Привет! Это Юра! Егор! О, промахнулись! Привет, Юра! Юра, привет! Здравствуй! Приземляйся на то место, где... На, держите себе это, комикс. А, круто! Спасибо! Я прочитаю про Дэдпула. Покажи, да. Ну-ка, одним сейчас, глазком. Сейчас, сначала... На это глянем. Так, Юра, Егор. Я с именами, ребят, плохо. Ну и нормально, голову тебя запомнили. Запомнили по никам. Гвоздь, Наруто, Архонт, Джедай, Ветер. А киноман где? Вот. Он мысленно с нами. Киноман, да, он, его дух всегда жизнь. Сзади еще, вон тот Артон... Тот арт, кажется, Джаред рисовал. И я только недавно узнал, что какой-то тоже знаменитый русский рисовал тот арт. Наверное, да. Ну-ка, как? Покажи нам. Сейчас. Глазком. Я выиграл его из скольки? Из 2000. Чего, из человека? Да. Я не помню, из скольки. Ну, там много народу было. Не, ну человек 100, наверное. Ну, классно. Круто. А что, за конкурс? Да там я по репостам делал. И случайно в него открыл. Нет, там рандомно. Есть доказательства, что это не... Да-да. Так, ну... Взять прикольно, такой жесткий. Ну, да, тут вообще что-то творится. Да ладно, Дэдпул прикольный. Так, я почитаю дома более внимательно. Налью тебе чай. Будешь чай? Чай может он без сахара. Тогда вода. Давай, лучше. Сахар сейчас не вытащим уже обратно никак. Нет, конечно, можно сделать там, да. Выпалить его обратно. Вот это я не знаю, что такое. Это лимонад. Ну, типа пиво. Ладно, его мы оставим на потом. Вода раскончается быстрее всего. Водички. Я хотел зайти, что-то мне на глаза ничего не попалось. Ну, на престоле какой-то там алкаши какие-то ну мы туда с детьми ходим за Пепси. Днем они просто алкаши. Не, ну просто я гуляю с дочкой уже
в потемках, потому что я в 6 часов заканчиваю работу, сюда я приезжаю где-то по 8, и с дочкой мы уходим уже в 7. Конечно, уже везде темно, делать нечего. Так, спасибо большое. Пожалуйста. Так, пиццу мы доели, но у нас есть еще пироги. А я не это, я не буду. Мне ну, нельзя. Ладно. Не печь, что ли? Ну почти, может остаться. Просто без муки, без сахара. Есть, как раз есть хорошие надо, яблоки. Надо вот отличная диетичка. Вот яблоки. Да. Яблоки. Так, кому пирог? Я еле дай пока. Я очень на самом деле штормит, я очень хочу сладкого, но мне надо придержаться. Ну вот, такое яблоко. Спасибо. Яблоки хорошие собирал в саду не так давно. Так, Блин, вот джойстик я забыл. Я хотел увидеть. Но у нас все 4 есть. У нас есть 4, но работают мы нужны только 3. Пока еще не остались. То есть. Что такое играет? Это Bomberman World. Блин, как вот. Вот на таком телевизоре это прям сказка. Да, я его специально отклеил вчера. А вот с другой стороны гаечка. Она с обоих сторон. Там разные арты. Не, я имею в виду, что он ЛТшный. Я таких телевизоров. Я на таких телевизорах вообще очень давно не играл. Круто, это. У Лёши есть жена. Начал сдалека. Есть родители, у которых на даче внезапно оказались два телека. Ну не внезапно, на самом деле, они просто из дома приезжали, некуда было делать. Ну вот, они подарили их мне. Ну круто. Я хочу это, Sony PVM монитор. А что это? Ну это монитор, он профессиональный вообще, в медицине использовался, на киностудиях. На нем очень прикольно играть. Типа цветопередача мощная очень? Четко. Нет, там четкая картинка. Mm-hmm. Если подключить, ну, например, Genesis, Sega, Core RGB или PlayStation. Пиксели, что? Наоборот, ну вот четкие ровные пиксели. Не размытые. Ровная, да, не размытая картинка. Но этот Sony PVM стоит, блин, под 15 тысяч. Его еще. А размер, ну, такой же пример. Ну да. А вход тоже АВ, цепанный? Нет, там РГБ. Ну, там вообще профессиональные входы. Там либо самому переходники паять, либо на Алиэкспресс заказывать. Но ну, прикольно. Того стоит. Причем телеков было два, второй побольше, соневский. Но он показывает только черно-белое изображение. Да. Мы пару. Какое-то время мы даже играли. Детям было пофигу, все равно играли, но я решил, что все-таки нет. Лучше маленький на цвете. Я, по-моему, с PlayStation 1 на черно-белом телевизоре. Хороший телек, но мне такой, нет, куда, ну японский телескоп. Ты сам вот это все добро печатал? Да, я работаю в мини-типографии и могу напечатать. Хочешь киномана, хочешь Супермена. Блин, я вот к Паше на сходку не попал, очень жалею. В Москве? Да. Я в Москву ездил, но ну, я потом ездил 2 недели назад, полторы. На Игромир? На Игромир, да. Ну и так просто ребята выпоминаться. Ну, классно. Паша очень далеко живет. Очень хочу. А Ростов это уже Украина? Что-то так. Нет, ну что, это юг. Ну, юг начинается с Ростова, по сути. Ну не, он, наверное, даже с Воронежа начинается. Там есть какой-то море рядом? Да, Азовское в Ростове. Значит, я там был в 90-х годах. Мы с бабушкой ездили... В общем, какие-то родственники у бабушки, а примерно оттуда же. Ну, прикольно. У меня даже есть фотки с Азовского моря. Да. Можно я посмотрю вот это? Чё? Это... Можно проблем? У меня нет ни одной просто. Вот включение. Открывай. Посмотри моё, она прикольная. Посмотри моё, она на чём? Сколько такое добро стоит? Ну, я, получается, иду за десятку. Это New, а это не New. Чем вообще отличается New от New? Открывай, открой, найди 5 отличий. Давай. Найди 5 отличий. А, ну вот это... Нет, ты смотри, управление. А, это, ну вот это тоже. New, она нет, больше, железо, просто внутри. Помощнее. Ну, во-первых, она мощнее получается вдвое, потому что здесь 2 ARM ядра, а там 4. Ага. Но поколение это одно и то же считается.
Программная, да. Но по железу получается. Ну это как PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro, да? По сути, да. Да. Все, да. Но игры стабильны. Есть только которые для них идут. Есть эксклюзивы, есть. Но их буквально там штук 5. Еще, да ладно, не легенду, еще у Ньюшки более стабильное 3D изображение. 3D изображение, это вот без очков которые. Да. А у тебя есть что-нибудь, чтобы его попробовать? Я просто много слышал про вот это 3D изображение, ни разу его не пробовал. Сейчас я включу заставку. Вот я когда первый раз увидел, меня порвал мозг заставка. Вот, сейчас. Смотри. Сейчас увидишь заставку. Сейчас просто еще экран заляпанный. На заляпанном экране сразу видно, где заляпанность, а где вдали. А как это работает? Все, я уже включил. Я понял. Это как советские перливашки. Оно как бы туда. Это как советские перливашки. Там две картинки для левого и правого глаза. Экран состоит из таких маленьких типа призм. Не, это прикольно. Ну да, это очень круто, особенно первые полмесяца. Я 3 месяца играл. Помнишь, были еще это фильмы можно было частями скачивать? А, ну да, я кусок Текена посмотрел, но не весили жутко много. У меня пробу, у него прям голос заболел. Кому-то это прям реально доставляет. Кому-то прям нехорошо. Что-то мне. Ну я в VR, у меня PlayStation VR есть. Ну тогда я играл с сессиями по 2 часа. Вообще-то там. Ну не спорю, у меня первый раз я поиграл, глаза чуть не вытекли. Да, у меня друг купил. Нет, слушай, это очень круто. Да, друг купил VR, попробовал 7-й резидент, поиграл полчаса, говорит, все, больше не могу. Я прошел полностью, вот по 2 часа в него играл, меня даже не укачивал. Он смог, по-моему, за все время 1.5 часа поиграл в него на VR. Я начинал с картонной коробочки. И самые кривые демки. Мне ничего не делали плохого. У кого-то вестибулярка хорошая, у кого-то... А вот в обычном... А на ней есть Donkey Kong? Есть. Наверняка. Это же не да. Есть, там по предыдущей версии, да. Donkey Kong Country есть. И там, по-моему, даже можно и старые запустить. Да, и старые можно запустить, и новые. Они даже там и старые игры переделали. Это очень крупный фильм в 3D есть. Да. Это вот, они там вот с ветром, игры. Благодаря и из-за ветра я купил это дело. Мы зашли в магазин Дензи Павла. И он нам захотел 3D-ску. Да, я такой посмотрел. Слушай, а вот второго стика нет на нем. Да, второй стик вот у меня. Ну вот он есть вот здесь его нет. У меня старая, да. Да, то есть смотри, по сути, самых основных отличий 3. Это более удвоенная игровая начинка, дополнительный стик и улучшенные 3D. Здесь специальная камера, которая на триггерингом глаза занимается. То есть куда ты смотришь, она 3D старается отцентровать для тебя. Нет, там, по-моему, можно еще вдвоем, да? То есть со стороны тоже можешь смотреть. Ну да, на старых версиях там... Угол, это именно, вот как в современном мониторах. Есть угол обзора 190 градусов, 170 градусов, да. Здесь как бы чуть больше угла, когда можно смотреть другой человек. Я куплю себе эту штуку и буду смотреть. Она вообще маленькая была, да? Она классная. Она классная. Я залип реально просто. Я как бы 99% гейминга у меня занимает это Сонька 4, либо 3. Ну я в 4 сейчас в основном. Вот, просто я купил. Я включаю микромашинки. Что, там только на троих вариант теперь, да? Еще одна. А это что? А это, я понимаю, 2DS, да? Это New 2DS. Это вообще жарко. Там целый зоопарк у них. Это то же самое, но нет 3D. Да, да. По системам характеристикам то же самое, да. Она получается даже чуть-чуть побыстрее за счет того, что не тратится ресурсы на отработку 3D. Так, ребят, я пустые стаканы кладу обратно на столик. Что, 2 экрана? Да. Да, особенно в контур, здесь это есть контур. Я не смогу. Когда я это узнал, мне порвал мозг. Она подешевле будет, да? Да, она подешевле. На да, контур, там пока есть. Смысла нету, бери вот такую. Ну у меня есть Nintendo, у меня только Wii. Я брал, потому что у меня мелкий не играет, ему 3D еще раз. Поэтому я взял 2D. Не, ну я как бы сразу себе вложился по полной. Я уже думаю себе тоже взять и отдельно, чтобы... Кстати, это как ветер. Я упал, кстати, мы нашли на Али... Аккумулятор, который вроде как фирменный нинтендовский. Я заказал. Более мощный? Он пришел. Нет, он, ну, насчет емкости он вроде на 200 мА побольше. Но самое главное, что вроде как фирменный Nintendo. На нем прям даже написано. В смысле, батарейка внутри приставки? Нет, ну как это, я же в ночную работаю, я тупо на питание его ставлю, и вот этот аккумулятор, видно, начал деградировать.
Они быстро заряжаются, у меня тоже в течение. Да, да. А я же говорю, ночью что, я прихожу на 12 часов в одну розетку, она у меня так и стоит рядом со мной. Ну да, он деградирует. В разы ранее. Я в своё время видел аккумулятор перезарядки мощности для 3DS. Так, я еще микромашинки не могу их найти. Супер Бомбермен. Кстати, интересно, вот есть. Вы говорили, киноман, еще было вот в Питере, я, блин, так хотел съездить, но я не получилось. В Питере было, вот знаешь, для меня вообще культовое событие, в Питер приезжал автор музыки героев, из игры Героя. А, ты рассказывал, что там? Да, я и был концерт, было в Питере два выступления инструментального ансамбля. Супер Нинтендо, почему-то на Сеге я не смог найти функцию мультитап. Хочешь, садись сюда, будет давай, лучше видно. Давай. Уютно здесь. Ну, стараемся. Так. А, это... А, нет. Я думал... Здесь, да. Раньше у нас соображали на троих, а вот теперь играем. Новое поколение. Да. Да. Здесь буква. DualShock оригинальный? DualShock оригинальный? Да. Блин, сейчас проблема найти. Да, я поэтому, когда они начали пропадать, я купил себе еще один в коробочку. У меня почти сломался. Так, тебе попробуем. Так, пока потестим, вообще будет работать или нет. А производство третьей сёньки, как бы официально-то уже все остановилось. Обычно бывает столько времени долго еще не остаются. Нет, мне кажется, их тупо сняли просто. Да, и китайцы просто шлепают в таком количестве, что... Наруто как-нибудь... Не, пусть я посижу просто. Так. Тут кто-то другой берет. Смертельный номер. Лёш. Тебе ближе, поэтому ты... Там какие кнопки-то? Пока не знаю. А, у меня просто... А ты какие кнопки назначал? А, Б... Сейчас. Экранка. А, ну да. Экранка, да. Ты не видел, как я играю что-нибудь типа Demon's Souls, как меня друзья видят, вообще выпадает в осадок. На что же ты снимаешь? Фотоаппарат, у меня зеркалка. Это удобнее. Хочу все-таки видеокамеру. Я играю вот так. Не, ну я понимаю, я это самое, правда. Ну это да. Сейчас что последний играл? Diablo 3. Ну, с фотоаппаратом плохо работает. Иногда Династии Воинов. Больше я не успеваю. Так, подождите, пока я нажимаю. Китайцы куча классно. Да, да, да. Так расслабляет, приходит. Ты еще один китайец, да. Ты еще так замочишь за один нубит. Ой, тут сразу можно убирать, прикольно. О. А мы что, на катерах все же на машинках? Можно на машинках. Да, каждый уровень, там разные транспортные средства. Это же микромашинки. Это микро. А что нажимать? Разобраться бы, кто из нас. Я красный, я спрятался за мылом. А нажимать ты чего? Всё, ты едешь, ты. Я желтый. По-моему, я не еду. Ты кай либо нажимать? Так, подождите. Так. Сейчас. Лёш, попробуй все кнопки по очереди. Вот, ты зеленый. Все, а, играем. Зеленый. Красного забыли. Там эти тормоз еще есть какой-то, ведь, насколько я помню. Красного забыли. Блин, я так давно в эту игру не играл. Да, ну тут как бы фишка в том, что когда кто-то выбирается вперед, то другая как бы машинка или катер, она уничтоживается. Лёш, двигайся. Красного опять, красный пролете. Лёш, двигайся, джет тоже сядет. А где теперь красный? Да я тоже остался просто красный там. А, ну и вон, судя по всему, шарики эти, это наш счет. Да. Блин, как же я давно не играл в микромашинки. А, красный опять пролете. Я играл в Майнкрафт, знаешь, в чем? Что? Мне танки нравились. Вот, танки, милитари. Они могут... Так, вот микромашинки есть... на военной технике. Да, там нравится. Есть такой ром, только он не запустился почему-то. А здесь как? А здесь как? А там надо в трубу. Блин. Я победил. Вот. Да. Вот это пытался скачать. Я не играл в эту игру, и я победил. Я не играл полдня. А я не играл лет 5 нее. Здесь работает принцип, дуракам везет, я так понимаю. Так, мне нужно. Не знаю, мы не пробовали так. А если еще кнопки-то работают? Ну, я тебе скину ссылку на том, там они есть на русском языке. Так, эх, а я подумал. Даже официально, который ты подумал, что ты сделал не то? Да. Так, кто-нибудь нажмите старт. Я скину вообще как бы. Кто-нибудь, не знаю, сейчас попробую. Не знаю, кого. Пять катера, что ли? Давай. Три? Да, три. Четвертый мы не смогли запустить. Так, сначала выбирает не знаю кто. Ну, вот я толстым буду. Да. Вот толстым, я попробую. Так. Теперь выбирает. Я с подключиться, мы ветрушку Егор дадим.
Да, берите, на папа, у меня пока лежит без дела. Ну я что, мы в Марио-то задержимся? Хорошо, так. А мы тогда в Тураймин. В Тураймин. А там, так, по-моему, все трассы по очереди. Ага. Или до 4 побед, пока трасса не кончится. Или до 3. Так а там тормоз есть кнопка? Лёш, все экспериментируй. Вау! Красный. Это моя любимая трасса. Мы с Маршем в нее очень любили, потому что такая аппетитная вся. Все продули. А где я? Чего? Ты где-то... Вы упали, а я сзади остался просто. Да, где-то сзади. Так, тут можно срезать. Тут можно срезать. А можно не срезать. О, тут как раз есть пауза, чтобы... Когда, по-моему, там 8 или 10 раз типа лопнет машинка, ну, там шарик появится, то бы, ну, типа, поиграл. Это по количеству попаданий. Ай-яй-яй! Давай. Да. Написано. Ни одному натуральному игре. Да, ну. Я слишком много отвлекаюсь. Тогда давайте Марио. Я не успеваю следить, куда уходит эта трасса. Ну да. Так задумано. Ну, есть. Я только не понимаю, по какой системе снимаются очки. Вот я сейчас второй раз выиграл, и ни у кого ничего не снялось. А, нет, снялось. Витя, мы тебя в Wi-Fi включили. Только не давайте ей выходить в интернет. А то скачать себе новую прошивку, и путь к пиратству у меня будет закрыт. Нет, ты что-то обгораешь ее Wi-Fi кого-то, что работает. А вдруг? Вдруг она подключится к чему-нибудь телефону? Блин, а из экрана совсем нельзя выезжать? Выходит. Даже в бок? В бок нельзя. Полетели. Да. Тут еще важно помнить. Ух ты. Эй, зеленый. Зеленый, ты несчастно проехал. Я тогда... Хоть раз я понял, что делать. Ты вообще куда-то влево. Я решил немножко срезать и поехать сразу к финишу. Совсем решил срезать что-то. Надо было договориться, это контур всем закачать. Какой? Ну, который... У меня сломан компьютер дома, я ничего не могу скачать. Карлика-то нету. Да. Подождите, контур Дескину или 3 Дескину? Кого? Я откуда знаю? Я попросил Павла. А, ну, Павел может тебя обычно... Чего у вас там случилось? Что за звуки? А, блин. Нельзя срезать. 4 гола. Нельзя срезать. Синие есть два вида квадрата. Синий и черный. Черный вот этот. А сам срезаешь? Да, я не срезаю, я ехал по трассе. У тебя сколько, 2000? Да. Ну, я надеюсь, что не такой. Ну. Я надеюсь, что не такой. А еще мне ДС чинит. Чинит? Да. А что с ним вышло? У нее экран вот этот. Оторвали ДС-ки экран? Ну, по сути дела, да. Не перестал двигаться, и изображение то пропадает. Давай. Ну. Пошли. Ну. Да. Он срезал и выиграл, нечестно. Что за шарики? Я что-то не понимаю, как. Стоп, какие шарики? Вот эти? Вот эти, как они начисляются? Я тоже не мог понять. Но если вдруг Лёха будет хорошо играть, то отнимут твои и мои. Мы устроим на кубок 50 сантиметров. Ну иногда отнимают, иногда не... 50 сантиметров, не знаю. Объясните, как играть. Да, по сути, граф, тормоз, поворот влево-вправо. Как будто первый доехал там в этапке. Ну вот я сейчас обогнал, а почему ничего не дали? Сняли у Юры его призовые очки. Сейчас странно, почему снимается? Кнопка. Ну так игра устроена, мне бы, конечно, тоже нравилось, если бы вот это вычислялись. Вот право-лево, да. Они еще снимаются. Есть возможность подпрыгнуть, это правый шифт. Чтобы победить, надо побеждать много раз подряд. Но это надо навыками. Это как бы не требуется. Да.
этап. Вот смотри, это сейчас будет. А то у нас тебя здесь вентифенины уже. А, мне начали. Да, не просто. А, и верхняя кнопка, если там соберешь приз, можно стрелять. Там, треугольничку там можно типа. Вот тоже, тоже, тоже. А, ну и судя по всему, у кого. Надо побежать много раз подряд. Управление стиком. У кого первую заполнить. Если что-то подобрал там, то что на дорожке треугольник, у тебя там в верхнем левом углу бонус. Треугольничка ты в активируешь. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. А сейчас два от тебя перейдут ко мне, наверное. Да. Да. Ай! Так, апельсин. Ну не по трассе, кстати, ехал. Вот как так вычисляется? Ну, немножко срезать можно. Особенно, когда знаешь, куда будет следующий поворот. Я не знаю, это честно, я на колечках, все, это честно. На колечках. Я у трассы был, а ты крутишь хрень. Извини, я кого-то подбил. Я второй. Ну, типа да. Круто. Я первый тоже круто. А, военное, это мы называли в детстве это в гараже. Или в мастерской. Я лечу. Да, мастерская. Мы в это играли на компьютере, то есть на IBM. Там было много игр, портировали в Sega. Я второй еду, я и, по-моему, ай, я застрял. Ну, я именно потому, что на ПК было много игр, портированных в Sega. Мне уже, когда появился компьютер, не так сильно хотелось Sega. Хотя Sega была очень долго ништой. Вот, вот, вот все все дело. Я надеюсь, не нас выгибать. Нас еще немножко возмущало в детстве, что машинки, они не могут двигать предметы. То есть даже... Ай! А что-то мы взорвались. Значит, нельзя так приближаться. Это есть специальная бомба, которая только лидер бьет. Как она выглядит? У меня в жопу улетела. Ничего не вижу, что впереди. Ай-яй. Я выиграл. Круто. Сухую. Впервые. Блин, сейчас слышу реально не догнаться. Какой-то читинг какой-то. Так, давай бери стоковый тайм. Лёш, теперь ты должен выиграть. Я очень хорошо ехал. Лёш, твоя очень хорошо ехал. Ну, ветер меня иногда умудрялся на стоковый догнать и обогнать. Ну, вы в Mario Kart? Да, да. Ну, да. Все дело в мастерстве. О, нет, не тут, не туда. Что я сделал? Вот это сложнявая трасса. Тут можно много раз упасть. Вообще. Упасть. А, вы не туда, люди. Ты трассу знаешь? Ну, немножко помню. Чисто немножко. А, кстати, ветер, я нашел на ютубе классный ролик, называется 20 забытых сокровищ, типа игры Dendy, Sega, там есть некоторые игры очень интересные, которые я даже не слышал в детстве. Угу. Надо слышать, загляни тоже, я думаю, ты кое-что там найдешь интересное. Кидай ссылку. Угу. Оп. А кто вообще за кого? Я за какого-то призрака, что ли. Что-то я так проигрываю совсем. А я первый. Может, ничего не знаю. Никому ничего не дали. Это как это? Я вроде быстро ехал. Сейчас на чем играем? На Raspberry Pi? Да. Так обогнали. У нее 4 USB входа, не может получать всякие штуки. Я пробовал даже получать танцевальный коврик, но мне не хотелось. Я лечу! Я хочу оригинальный катер про машинку на Sega. Какой-то зеленый призрак меня побеждает, еще какой-то синий призрак. Я видел ролик Pixel Devil, как он приезжал. А ты Марио, что ли? Я Марио. Киномама, и они втроем играли. Там прям катер штыкает. Блин, еще и бомбу купал. Это я бомбу кинул. Ну да, ой, у него там... Ай, мне как больно. О, есть! Что это было? Это была бомба против лидера. Я вообще четвертый, позор. Леха, где три? А у меня есть хвост. Ну, потому что вы упали, а я сзади стал. Меня обогнали. А-а-а. Какая-то овечка на дорожке бывает. А что дал хвост?
Просто отбивать удары. Осмахивать чужие отбивать снаряды. А, ладно, я не знал, что он делает, не обращайся. А, Юр, ты быстро нашел наш гараж? Да. Нас так слышно? Нет, ну по карте. А, ну да, я же... Ты так и бегаешь, Ветова. Ну, я там схематично нарисовал. Ломаю, читер. Ой, так... А этот синий, ты первый едет. Как такое может быть? Почему я еду первый? Остановись! О, сейчас ты... Блин, а меня-то за что? Ну, как там? Вы Егору объяснили, как пользоваться призами? Он уже выиграл. Не надо было ему объяснить. Все улетели. Ой, это что за такое? Это что за призрак? Не знаю. Я ничего не вижу. Остался. Что происходит? Где? Куда? Чего? Я не поведусь на твою позорку. Ну, какое-то время меня тоже вообще не было. Ой, Марио, нет! Как такое? Два раза под зад. Третий раз! По-моему, у них там веселее, чем у нас. Ну, у нас же микро. Ну, блин, он обогнал там финиш, что там, метров. Сволочь! Блин, там реально метр остался. Да бывает, бывает такое, да, там. Хорошо, что у вас нет прокачанных машин. Мы тебя нагнули, да? Вы и так меня нагнули. Так, разберитесь, люди, я еду. Они за вас играли. Вот, вот пошла игра. Ну! Лёх, как... Фигушки тебе. Как ты мог? Запуск. Вот зато с меня не сняли баллы. Круто! Так, ну еще немножко. Эй. Ой, я не зеленый. Я зеленый вообще. Я только сейчас понял, что я не зеленый. Нет, вообще ты выигрываешь. Я помню, что я красный, но почему-то в этот момент я подумал, что я зеленый. Ай, блин. Он опять. Молодцы. Так. Еще немножко, и я. А! Каждый круг я косячу на этом месте. Пора мне в самом деле такой найти тормоз в этой игре. Я нашел тормоз в этой игре, это соседняя кнопка. По-моему, мне мстят. Есть. Или мне кажется, что это тормоз. Нет, ты просто опускаешь кнопку, и она тормозит, в принципе. Лопушки всякие разные. Наркоманские. Этот раунд. Круто. Меня обидело. Обидел тебя? Да. Она меня шваркнула по роже. Как бы там больно так. Лови бомбу первый. На, вот тебе этот как его. Банановый кожура. Так, еще чуть попозже я хочу провести интервью с вопросами. А кто Марио? Ты Марио? Так, когда немножко наиграемся. Лучше не говори. Он говорит, как его. Гребаный макаронник. Лёва. Объелся макароны, еле едет. Как такое может быть? Гони и бей призраков. Лёва, где ты? Нельзя бить призраков. Я сзади остался. Кто-то там зеленый на первом месте уехал. Я тащу. Так. Нифига у меня не клевая машина какая-то. Она едет с такой же скоростью, что и у вас. Дай надо было. Да. А почему бомба? Я отстал, ты поехал не туда, надо вот туда. А где стрелочки? Он просто знаешь, куда ехать. Это бильярдный стол. Да, я знаю. Давай. Направо. Ты сможешь, Варио, последний круг. Хоть бы стрелочки стали, я не знаю. Самое сложное понять, где стол закончится. И повернуться вовремя. Да. Но все синие имеют сладка. А, Это у нас считался один из самых сложных уровней. Рано! Понимаешь, это у меня бомбы. А откуда мы знаем, что это было бы? Я надеюсь, я попал, да? Ну это сложный уровень, реально. Вроде компьютер здесь и. Ну ты попытался. Я, по-моему, ни разу не. Я это запомнил. Моя медь будет страшна. Где этот
Зеленый-то, а? Я почти на финише. Что ты там делаешь? О, вот это прекрасная локация. Очень песочная, солнечная. Я тащу! А, есть! Это прям идеальный пляж. В советское время мы нигде не видели таких пляжей, с настолько желтым песком, голубой водой. А сейчас? Видишь? Я выиграл. Нет. Вот я и говорю. Не будем о грустном. Бачкам зеленый вышел. Ну это же... Блин, вода натуральная. Да, вода голубая, песок. А, в ней тонешь. Хочу на море. Я... Ну, куда дальше ехать? На море тоже по-разному. Не по-разному. Надо было спилить что-нибудь. Я один раз только нашел, к сожалению. У меня в детстве много раз возили. Надо было бы на фитыгу залить, которую можно ошарить. Богатый нежели. Вот так же, давай. Надо было чем-то такое, на какой-то, ну, файтинг или бродилка кооперативная. В советское время папа был инженер и получал хорошо. И пока СССР не распался, он у нас часто успел поводить на море. Вот. Сейчас я не очень люблю есть на море, а вот супруга обожает. И у вас тоже из-за этого разногласия бывает. Я тебя вижу. Я дышу тебе в жопу. Юр, ну выезжай. Ой. Ты опять уже. А что, почему? Я не знал, как оттуда. Я там какая-то ускорялка тоже. Обратно. Да по наставке. А как обратно? Кнопка-то какая обратно? Обычно, когда ты просто разворачиваешься, то ни хрена нормально не выйдешь. Я молодец. Если задняя кнопка была. О, мне дали тазик. Я в него залез. А еще есть рамка лагеря? Бубермен. Сейчас. Тогда. Так. Как я мог? Выйду. Я упал. Ничего не знаю. Опять этот зеленый вперед вышел. Не давайте ему 3D-ску. Ну я закачал много-много всего. Так. Оп. Так. Супер бомбермен. Оп. Голд. Он, вот. Так, а я проверю свой телефон. Спирит тоже обещал подъехать. Он здесь ни разу не был. Меня обгоняет. Так, пока никто мне не звонил. Я так и знал. Я специально придержал. Я вот как чувствую жопы. Не ругаемся, даже такими словами. Ладно. Чувствуй чем-нибудь другим. Бомбермен. А чего, прикольно? Не умею. Ну ладно, все хорошо. Ну давай попробую, конечно, но даже ни разу не играл. Сначала мы играем в твою бомбу. А, кстати, здесь можно же выбрать это. Как ты ушел там, бомба? Сейчас. Подождите. Тут можно как-то объединяться в команды. Так, только я не знаю, как ли все на китайском. Ладно, пока поиграем все против всех. Так. Мы сначала убиваем компьютер. Сингл матч. Вернулся, я не знаю, чем отличается. Я только вчера тестировал эту игру. Так, на 4-5 ставим компьютер. Так, выбирайте, кто я буду играть. Сейчас я тебя догоню. Я буду играть. Ты реально скоро выше, чем моей машины. Беленьким. У меня средний КПД выше. Эй. Это я нажимаю. Стоп. Так, сейчас. Нажимаем только А. Эй, кто-то нажал Б. Нажал А. Ой, это сеговский джойстик, да. В общем, А на нем это... Вот это. Б. Да. Окей. Неважно, как что... В общем, серединки. Сейчас, подождите, сейчас я сосредоточусь. Я буду беленьким. Я красненьким. И нажмите еще раз кто-нибудь, чтобы выбрать компьютер. Я догнать не могу. Давай. Эй, что случилось? Ладно. Выбирай сам компьютер. Ускорение! Все в порядке. Все хорошо. Да, почему я тоже... упал, что ты дичь? Так, ну ладно, стандартное поле. Хорошо, тут никто бомбу не пишет. Я победил! Бомбармен играет просто. Я победил! Главное, сначала понять... Я красненький, меня не убивать. Я черненькая собака с ушами. Чертите, я познаю. Ты можешь ставить бомбы. И главное не подорваться на нее самому. То есть поставил бомбу и спрячься за углом. Ну, ставь бомбу в руках. Мы с тобой прям ноздря в ноздрю. Ну, в моем случае. Ну, да. У меня 34. Я говорю, я ехал. Егор почти, да. Так, Лёх, ты кем играешь? Я прям за тобой ехал там. Я черненькая штука.
Вот, кстати, я взял сейчас этот череп, да, и не могу ставить бомбу. Юр, ты кем играешь? А вон в левом верхнем углу. Белый? Большой белый. Да, белый большой. Чибушек какой-то. Блин, а когда бомбу смогу ставить? Что за хрена? Если ты думаешь, что не могу ставить. Так, то есть зеленый это враг. Там мама поменяется на жену. О, зеленый сам себя взорвал. Теперь надо вот того. Ой, а я, по-моему... Вот синий там что-то тупик. Ай, меня заминировали. Лёш, ты, похоже, выиграл. Я тоже заминировал. Нет еще. Лёх, ты красный? Да. А ты белый? Да. Что, обминивай? Во. Я даже не понял, что это было. Ну, когда время кончается, сверху падают плиты. И они падают по какому-то узору. Это и главное, вы же... Кто выжил, тот победил. Это плейграунд нашего детства. Да. Это PUBG, только детство такое. Теперь ты зомби наверху. Ты можешь кидаться в остальных... Портить жизнь. Да я вначале. Меня будут за это ненавидеть? Не знаю. Непредсказуемо. Если своих, то да. Ну, игра такая. Вот. А, если ты кого-то пробьешь, то сможешь опять выйти в игру. В качестве игрового персонажа. Зачем я поехал? Вообще четвертый. Ой, какой зеленый меня пинул. Лёгкий красный, да? Да. Значит, остальные все... Так, ой, черепушку я взорву. Ай, блин. Ух ты, сколько призов, я их собираю все. До свидания. Ай, ты, блин. Ай-яй, кто-то взорвал. Так, черный наверху, черный спасается от всех бегством. Так, я против компьютеров остался. Да, я говорю, первый очень там компьютер. Компьютер выжил, выжил. Ай, рука не взорвалась. То есть мне тут прям навтыкали. Значит, компьютер худой, зеленый, да? Худой синий и жирный. Блин, тут война какая-то идет. Да меня все попали. Так нечестно, я уже жестой. Я вообще вдающий, да? Бывает, да. Седьмой, позор. Дайте мне бомбу, дайте мне ускорение, дайте мне что-нибудь. Ну и все. Ай, я почему-то печатался. Слушай, а почему скорость падает, когда летишь? Вот, разные призы дают всякие возможности. Типа, да. Вот нога с пинком, а это можно пинать бомбу. То есть поставил и пинаешь ее в нужном направлении. Иногда в ненужном. Вот, огонек это более длинный. Слушай, кстати, искусственный интеллект что-то прям тут это. Жжет, да. Так. Фууу! Навтыкали прям в особо. Они прям стоят. Так. Там война ага, была. Я взял мой ногу. Я взорвался. Я еще был третий. Я третий приехал. Обед. Егор держится. Да. Не, мне прям на финише такой такой. А там уже куча такая просто ехала и все с какими-то снарядами. Да, мне сейчас там прям это, огурцов напекали. Смотри, машину поймал. Талкер. Да. Талкер. Блин, я сам себя взорвал. Этот гад не взорвался. Угу. Ох ты, ты. Ааа, меня прибил шагка. Кстати, когда это падает, она значит взрывает бомбу прям. Блин, перегрел. Ладно, это вам фора. Давай, давай, начнем. А мне аж отжали бомбу. Алло, здравствуй. Больно. А, так, ты около подъезда, сейчас я с тобой подойду. Можешь на паузу поставить как? Так, нет, играйте, сейчас я иду. Я сейчас просто убью, сейчас как компьютер. Так, я сейчас вернусь. Здесь чей-то телефон с включенной камерой. А, я не знаю, почему включена камера. Google подсматривает. Я знаю, что ты делаешь этим вечером. Нет, просто у меня камера включается на двойное нажатие середины кнопки. Это что такое?
Что-то боты жгут непонятки. Да, что-то прям маслинами раскидывается. О, пацаны, выручайте. Да. Оп. Ух, тут какой-то атомный взрыв был. Это что такое было? Это я помпочку бросил. А, поворачивай. Так. Да, это все же завалило ко мне. Незаконно. Ничего не знаю. Ох, меня прям ломили на финише. Тоже попали в воздухе? Да, я так и не знаю. Ничего мне так оп. Можно вообще ничего не делать. А я не знал, что сшибает полностью. Вот просто у меня компьютер сейчас играл, но вообще не ставил бомб в конце. Просто дождался, когда я по ним попаду. Ни разу не играл в Бандермена. Ай, блин. Парни. Здорово. Здорово. Знакомьтесь. Спирит или Павел. Приветствую. Погоди. Погоди, у тебя машинка. Нет. Юра. Нет, я первый. Нет. Хорошо. Давайте, я притащил пиццу. Охлади пока прям. Куда угодно, любую свободную плоскость. Отлично. Нет, я первый. Хорошо. Нет. Что? Как? Почему? А мы играем в... Нет, я что-то не может быть. Нет. Блин, я пришел вторым. Можешь туда приземляться, поиграть. Да. Осторожно, здесь очень низкие потолки, поэтому ходи. Я заметил. Да. Так, приземляйся. Я налью тебе воды. А что, чая? А чай? Ты же сказал, что будет термос. Ну да, но мы тут уже с 7 часов. Сейчас попробуем. Все ясно. Так, потребили. Внутрь. Сейчас последний термос. Или предпоследний. Не знаю. Бот победил. А зачем бот ставили еще? А, но они автоматически считают? Нет, да? Вот, подвал. Подбили прям самого финиша в воздухе. То есть прыгать больше не знает, да? Мало того, что подбили, так еще и утопили. Это какая-то мафия. У них там просто свои эти. Своя атмосфера. Ну ладно, значит, там своя атмосфера. Они могут... Это шарик, это был воздушный шар, он когда-то надувался, причем он их зеленый. Да, блин, опять перегрел. Твой? Ну потом он что-то сдулся, да? Подожди. Вот это супер олдскульная вещь. Это в те времена, когда не было плакатов, не было наклеек, были пакеты. Это пакет. Я реально вешал на стенку пакеты. Я... Что, другая версия, как бы дома, что-то не видели? Ой, как больно, кто там как накидывает? Единственное, свободное место дома, которое у меня было, это я первый этаж на кровати. Я молодец. Там висел этот... У меня кто-то очень хорошо накидывает. Второй, а? Да. Вот оно, молодое поколение. Первый раз приставку в руке держит. Нет, не первый. Просто прикольный парень, подросток, он прикольный. Там какие-то фантастические ребята на заднем плане. Вот, Кто, что? Я скажу, что сохранился вполне. Что, что? Хорошо, пакет-то. Нет, я такой выезжаю, хоть меня нагнуло. Ты как посмеялся? Моя месть была смотрена. Который на самом деле пакетик. Подожди. Плакатом, который на самом деле пакет, да? Ну, хотел отомстить, дали бананчик. Так, а что делает осьминог? Мсти бананом. Так, спирит, мусь, чай. Что делает? Два. Ну ничего, надо зачистил. Нифига. А это должен быть рабочий? Нет, он с помойки. Тут вообще на самом деле с помойки почти все, кроме зеленого кресла пластмассового. Остальное все со свалки. У нас очень прекрасно. Зелененький какой-то появился. Мелькатель. Я выбыл с 8-го места, надо просто проявил уважение. Конечно, сейчас проявлю. Сейчас вот. Сейчас давай, ускорение. Здесь было абсолютно пустое помещение. Вот. Дайте мне, блин, мне банан. Играл роль, с телевизором помещение казалось уютнее. Так, 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 так
А теперь он как пупочка. Откуда мысль пришла? Вообще, это... Лидера, блин. Ай, фиговина, бью еще лидера. Ай, больно, больно, больно. Мой отец построил лошадь из 90. Да тормози. Потом, когда 90 кончились, мы ехали жить на центровку. Иди сюда. Я же вижу тебя. Но чувствую, ты где-то рядом. Я чувствую твой страх смертный. Ой, тут мама накидывает. Что-то с ординаторами что-то наругались, было не очень хорошо. Ты видишь как? Я на него забил. А как что, я был первый? Фу, он тебе подарил. Везде так. Ты просто везде так. Я а был потом пьян. У меня родилась дочка. Мы стали с ней гулять. Вот я познакомился с кучей детей-подростков здешних. Я и хотел их тоже прочить в Денди. Еще один. У меня дома был проектор. Значит, я уже подключал телефон. А? И нет, там жесткий. Зеленый прикольный. Но летом везде очень светло. Нет, там, ну, здесь мы попробовали поиграть в одном углу с пультом. С проектором ничего не видно. Зеленый, там уже отдельный есть. Надо, наверное, попробовать поиграть в подъезде под лестницей.